На канале Тайна НЛО. Мы с вами замечаем необычное в то время, когда вообще не должны заметить. Я имею в виду, кто-то отдыхает, кто-то гуляет, а кто-то вообще чем-то другим занимается. Но сегодня стали происходить необычные явления. Посмотрите, что происходит в Мексике, в Бразилии, в Аргентине. Там происходят необычные объекты, появляются. И это правда. Эти кадры были сделаны неделю назад, вы не поверите. Но в Беларуси был замечен этот неопознанный объект. Как раз он прибыл на ферму, где разводили скот. Очень странно, но этот объект потом завис около получаса. Что происходило, дальше нету информации. Но посмотрите внимательно, чтобы понять, настоящий этот НЛО или нет. Ибо все, что происходит вокруг нас, вы не поверите, может быть и не настоящее. Для вас включена другая камера. Посмотрите внимательно. Странно происходит всегда и везде. Мы в тумане слышим какие-то необычные звуки. Мы привыкли, что когда туман, что-то происходит страшно. И как раз произошло. В 2021 году случилось страшно. Этот объект появился, когда ушел туман. Никто из людей не думал, что в тумане может прятаться огромный космический корабль. Это повезло, что ветер сильно дул. В Канаде такого никто не ожидал. Но как вы думаете, что вообще происходило в тот день? Группа очевидцев рассказывает, что слышали необычный гул, гул ветра. После этого ветер стал как-то замедлять свой прям силовой ход. И появился неопознанный летающий объект, который скрывался в тумане. Никто не может объяснить, что за объект. Множество тайн, которые вы сейчас наблюдаете, они потом просто исчезли. Около 15 человек стояли и снимали этот объект, но ни у кого не сохранилось видео. Подозрительно, не кажется? Когда группа туристов спустилась уже после этого необычного объекта, то полиция забрала телефоны, камеры и даже флешки. Но теперь посмотрите другую сторону НЛО.
обман времени или все-таки мы с вами просто наблюдаем за необычным? Когда же уже они нас оставят в покое? Неизвестно. Но когда мы снимаем или думаем, что мы снимаем НЛО, то начинаем думать, что реально НЛО существует. Но как же посмотреть эти кадры, когда мы с вами просто-напросто не можем ничему поверить? Да, эти кадры были сделаны нами. Мы когда пошли искать кое-что-то необычное, то нашли что-то другое. НЛО, которое скрывалось в небе, и оно не просто НЛО. Этот корабль был замечен на Луне в 2013 году. То есть он лежал там, на Луне. Но как он оказался здесь, никто объяснить не может. НАСА заявляет, что эти кадры подделка. Возможно. Ибо если не мы снимали, тогда кто мог заснять? Думайте сами, дорогие зрители, но в тот день было очень страшно. И иногда камеры могут не запечатлеть того, что вы видите. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.